Всем привет, приветствую вас на YouTube-канале «Наследство монет». Рассмотрим серию монет выдающейся личности Украины с медно-никелевого сплава. Монета Александра Архипенко 2 гривны 2018 года. Посвященная живописцу, графику, одному из самых известных скульпторов ХХ века, одному из основоположников современных стилей в скульптуре ХХ века и проводнику художественной революции Александру Парферовичу Архипенко. Родившись в Киеве, Александр Архипенко через всю жизнь пронес очарованность красотой родной земли, магией трипольской культуры, архаикой половецких скульптур, красками крестьянской керамики и тому подобное. Работы Архипенко отмечены динамизмом, лаконичностью композиции и формы. Большинство его композиций свойственна манера кубизма, конструктивизма и абстракционизма. Он синтезировал живопись и скульптуру, соединил трехмерность и плоскостность. Более 1000 скульптур и живописных произведений Архипенко вошли в сокровищницу мирового искусства. На аверсе монеты размещены вверху малый государственный герб Украины, над которым год чеканки монеты 2017, полукругом надписи «Украина» слева и номинал 2 гривны, справа, под которым логотип банкнотно-монетного двора Национального банка Украины, на зеркальном фоне стилизованная композиция «Руки художника», который моделирует скульптуру. На реверсе монеты изображен портрет Александра Архипенко, справа от которого годы жизни 1887-1964, вертикально внизу, стилизованную скульптурную работу Архипенко и надписи полукругом «Александр», внизу «Архипенко», справа. Рыночная цена на 16 мая 2020 года монеты. $3 США. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Дизлайки, жмите колокольчик и подписывайтесь на мой канал. Удачи всем!